Всем культ привет! С вами Данил. В ближайшие пару минут культурный анонс грядущей недели. В картинной галерее пейзажей Павла Моисеевича Гречишкина с 15 ноября и до конца уходящего года работает выставка пейзажей Востока и Запада «Кисти нашего земляка», подготовленная кураторами Ивашута Ксении и Масляковой Ирины. Приглашаются ценители живописи и любопытствующие. 20 и 21 ноября с 11 до 20 часов традиционный арт-фестиваль «Зеленое сердце» в Ставропольском дворце культуры и спорта. В 11.30 театр кукол «Добрый жук» со спектаклями «Травушка-муравушка». Вход свободный, где только не побывал спектакль, даже в Москве. Будет интересно, приходите. Важная информация. Для поклонников бардовской песни 21 ноября в 18.30 в 6-м корпусе СКФУ на улице Артема. Концерт молодежного бардовского клуба из Нагорного Карабаха, Республика Арцхах. 24 ноября в 11 часов в Ставропольской филармонии в рамках проекта «День семейного отдыха» для взрослых и детей театрализованная концертная программа «По дороге с облаками». Интерактивное общение, игрушки, красочные костюмы, живая музыка – все это отправит вас по страницам любимых мультфильмов с артистами филармонии. В художественной галерее «Паршин» стартовала ежегодная выставка студии изобразительного творчества «СТ-Арт» – «Цветные мечты». На ней работы художников от 6 до 70 лет. Выставка работает до 25 ноября. Стоимость билетов от 50 рублей. Для детей вход бесплатный. А 23 ноября Дом культуры «Ставрополец» порадует зрителей концертной программой, посвященной Дню Матери. Среди участников ансамбль «Казачья вольница» с народными казачьими песнями, Tribal Sugar Band с романтической хореографией и участники театральной студии «Гримасики» с проникновенными строчками о любви к маме. Вход бесплатный, не пропустите! Ставропольский академический театр драмы также приготовил для своих поклонников очередную премьеру под названием «Фирс». Ее и представят зрителям 25 ноября. Режиссер-постановщик – народный артист Российской Федерации Юрий Еремин. В пьесе задействованы актеры Игорь Барташ, Александр Кошелевский, Олег Хомутов, Оксана Винникова, Белла Шахназарян, Марина Каткова. Будьте с каналом «Ставрополь Культура», комментируйте, планируйте свою культурную жизнь с Центром досуга и кино «Октябрь». До встречи!